успеть за 19 секунд. Огнеборцы сдают норматив по развертыванию трех пожарных рукавов. Здесь оценивается техника и скорость. Один пожарный автомобиль оснащен пенообразователем на 150 литров. Этого хватит, чтобы погасить огонь на территории до 600 квадратных метров. Анапские пожарные показывают отличный результат. Традиционно пожарные спасатели города-курорта Анапа выполнили свою задачу на оценку отлично. В целом это оценили и наши коллеги из центрального аппарата, и мы видим, и знали, и понимали. И везли, собственно говоря, сюда наших коллег, потому что знали и понимали, что боеготовность бойцов 44-й пожарной части, она традиционно на высоте. Внезапный приезд высоких гостей не случайен. В рамках визита министра МЧС России Владимира Пучкова с группой центрального аппарата проводится проверка готовности к чрезвычайным ситуациям в трех муниципальных образованиях. Это Анапа, Новороссийск и Геленджик. После осмотра технической части комиссия посетила ситуационный центр единой диспетчерской службы Анапы. И здесь высокая оценка готовности. Система оповещения жителей и гостей города работает безупречно, координация всех структур города на отлично. Нам понравилось, есть определенные хорошие идеи, есть хорошие вот начинания, которые здесь, это и вопросы мониторинга, это вопросы оповещения, так что на должном уровне в городе Анапы, можно сказать, достойном. Следующий по маршруту комиссии – город-герой Новороссийск, а завершится проверка в Геленджике. На специальном совещании подведут итоги и назовут лучшее подразделение.